Имангалит Асмагомедов был премьер-министром, руководителем администрации президента, первым помощником Назарбаева. Когда нас, меня и Галымжана Жакиянова, посадили в тюрьму, Имангалит Асмагомедов выступал в парламенте защиты Назарбаева, когда в Швейцарии было известное дело уголовное, так называемый «Казахгейт», когда свыше миллиардов долларов обнаружили на счетах Нурсултана Назарбаева. И тогда Имангалит Асмагомедов выступал в парламенте и сказал, он не украл, он просто держал на своих счетах, потому что если бы эти деньги пришли в страну, то была бы инфляция, эти деньги бы съели, потратили бы на пенсии и все прочее. Надо было сохранить для будущих поколений, поэтому он держал, Назарбаев, эти деньги на своих счетах. У главы государства не оставалось другого выхода, кроме как принять всю ответственность на себя. Тогда был подписан соответствующий указ о секретном валютном фонде как резерва правительства на случай экономического кризиса и угрозы безопасности страны. Я подчеркиваю, президент действовал исключительно в интересах страны и в рамках законодательства Республики Казахстан. То есть он первый помощник Назарбаева. Он прикрывал все его преступления. Вместе с ним на самом деле участвовал в хищениях. Человек, который всю жизнь был госчиновником, является крупным миллиардером. Вот представьте, он был заместителем мафиози Назарбаева. То есть мафиози Назарбаев создал преступную группировку, захватил власть. И Имангалит Асмагомедов был его ближайшим помощником, членом этой мафиозной группы. И наши люди мечтают о ком? О таком же мафиозе, о его заместителе. Это просто уму непостижимо. Просто поразительный уровень наших граждан, тех, кто мечтает о Имангали. Понимаете? То есть наша цель разоблачить всех этих людей. Я сам не участвую в выборах, но наша цель избирателей Казахстана, наших соотечественников, наших сторонников сделать грамотными и образованными. Потому что все равно мы добьемся смены режима. Затем временное правительство будет работать 6 месяцев, за это время будут проходить выборы в парламент, и вы должны избрать настоящих депутатов, представляющих народ, вы должны отличать правду от лжи, вы должны избирать настоящих депутатов, чтобы завтра вы были уверены за будущее нашей страны. И именно поэтому я разоблачаю этих людей, чтобы вы понимали, что это враги нашего народа, это такие же коррупционеры, члены мафии, преступной группировки Нурсултана Назарбаева. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.